يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3. И вновь поздравляем вас с этим прекрасным месяцем, месяцем Рамазан. Уважаемые телезрители, на прошлых передачах мы обсуждали тему, посвященную проповеди посланника Аллаха о месяце Рамазан. И хотелось бы эту тему продолжить. У нас снова в гостях уважаемый ходжат аль-Ислам валь муслимин шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемый шейх Гурбан, на последней передаче мы недорассказали хадис от имама Садика, алейхиссалам, в котором говорился об искреннем покаянии в этот месяц. Ауду биллахи мина шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сейдил анбияй валь мурсалин, ва аля алихи тайбин ат-тахирин аль-маасумин, ва ланату ад-даимату аля адаихи маджмаин, иля кияум яуми ад-дин. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Я напомню, что мы говорили о словах его светлости, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, который изволил сказать: «Ватубу илаллахи мин зунубикум», то есть «покайтесь перед Богом в своих грехах». И мы сказали, что в этот месяц, месяц Рамадан, покаяние рабов, покаяние верующих очень легко принимаются. И на самом деле, согласно некоторым преданиям, мы увидели, что, например, в предании от его светлости имама Саджада, алейхиссалату вассалам, этот месяц назван месяцем покаяния. То есть это месяц покаяния. Месяц, когда человек должен покаяться, так как его покаяние в этот месяц легко принимается. И далее его светлость говорила, что это месяц прощения, когда Бог прощает своих рабов. На самом деле, во все месяцы, как мы говорили, прощает Аллах своих рабов, но в этот месяц особенно есть внимание. Да, есть особая снисходительность, особое милосердие, особое великодушие, которое проявляет Всевышний именно в этот месяц. То есть, как мы уже говорили на прошлых наших встречах, очень легко заслужить человеку, очень легко получить человеку прощение от Бога именно в этот месяц. Очень легко. Именно поэтому этот месяц назван месяцем покаяния и прощения, и милосердия, и избавления от адского огня, и месяцем получения и достижения рая. И мы, как вы заметили, остановились на предании от его светлости имама Садика, алейхиссалату вассалам, которое приведено в Кафи, втором томе Аль-Кафи, 430 страницы. Итак, его светлость имам Садик, алейхиссалату вассалам, говорил, что «Идда таба аль-абду таубатан нусуха хабба Аллах». То есть, когда человек совершает таубатан нусух, мы сказали, что оно приведено также, упомянуто, это словосочетание упомянуто в священном Коране, в 8 аяте 66 суры. И в толковании этого аята его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал следующее: «Хия аль-хаалисату аллати ла юавиду ба'даха дзамба». То есть это искреннее покаяние, то есть тубату нусух, это искреннее покаяние, которое после этого покаяния, после которого грех не повторяется. Так как мы знаем, что человек, если покаялся, он может повторить совершенное, тот грех, в котором он покаялся, а может и не повторять, и до конца жизни больше не повторить этот грех. Итак, тубату нусух – это то покаяние, когда человек кается в своем грехе, в своей ошибке,
а потом уже больше эту ошибку не повторять, этот грех больше не повторяет. Это тобату нусур. Итак, его святость имам Садык, алейхи салам, говорит, что если человек, если раб Всевышнего, верующий, совершит вот это вот покаяние, этот вид покаяния, то Всевышний полюбит его. Ахаббахуллах, сказано. То есть Всевышний его полюбит. Извините за такой вопрос. Можно ли сказать, что именно это покаяние называется покаянием? То есть это есть то покаяние, о которых говорится в хадисах, в Коране, а не то покаяние, после которого мы совершаем вновь опять грех, который был до этого? Нет, опять-таки, покаяние имеет более общее значение. Человек может совершить, повторить тот день, в котором он покаялся, потом еще раз повторять. Но при этом покаяться искренне. Изначально он может покаяться искренне, но потом по разным причинам, по своей слабости, подвергнуться искушению и повторить эту ошибку, этот грех. И потом опять, например, покаяться и потом повторить. Тогда правильно сказать, конечно же, с каждым разом, это нужно заметить, что если человек кается в каком-то деянии, потом опять это деяние повторяет, с каждым покаянием у него уменьшаются шансы на то, что он получит прощение. И даже более того, уменьшаются шансы, что в будущем он сможет опять покаяться. Потому что, опять-таки, покаяние — это деяние, которое не каждому подвластно, не каждый способен совершить это деяние. Иногда человек думает, что из себя представляет покаяние? Это очень легко, покаяться не так уж сложно. Возьму и покаюсь. Но это та возможность, которая предоставляется не каждому. Не каждый человек может взять и покаяться в своих деяниях. И поэтому человек, если кается в чем-то, потом это деяние повторяет, то с каждым разом, каждый раз, когда он кается в этих деяниях, в этих ошибках, в этих грехах, с каждым разом шансы на то, что он сможет в будущем опять покаяться в этом деянии, в этом же деянии, и получить как следствие прощение Бога, шансы у него с каждым разом все меньше и меньше. То есть шансы уменьшаются. Поэтому покаяние, оно имеет общее значение. Человек может искренне даже покаяться, но при этом потом повторить это деяние, совершенное деяние. Но при этом покаяние было искренним. Поэтому нет. Тобатун нусух – это особый вид покаяния. Это самый совершенный, самый лучший вид покаяния. Это когда человек кается, искренне кается, и больше это деяние не повторяет. Если человек подобным образом… Я это признание зачем приводил? Зачем я его привожу? Здесь его светлость имам Садык, алейхиссалату вассалам, разъясняет, каким образом Всевышний скрывает ошибки своих рабов. Так как мы в начале этой проповеди сказали, что этот месяц является месяцем магфира, прощения. А прощение мы сказали, что это не простое прощение. Магфира – это когда Бог прощает своих рабов и скрывает их ошибки, их деяния. Их грехи скрывают. И также в ранее приведенном предании от имама Саджада, алейхиссалату вассалам, из Сулькафи, 4 тома, 75 страницы, мы также из уст его светлости имама Саджада, алейхиссалату вассалам, заметили, что этот месяц является месяцем прощения, магфира. Его светлость говорил, «Хаза шахру тауба» — это месяц покаяния, «Хаза шахру магфира варрахма» — это месяц прощения. Прощение, то есть магфира, когда Бог скрывает деяния, ошибки своих рабов. И именно для разъяснения того, каким образом Бог скрывает грехи и ошибки своих рабов, я и привожу это предание. Здесь его святость имам Садык, алейхиссалату вассалам, далее продолжает. «Фасатара алейхи фиддунья валь ахира». То есть Бог скрывает это деяние как в этом мире, так и в будущем мире. Его ошибку, в котором он покаялся таким образом, то есть совершил тобатун нусух, искренне покаялся и больше не повторял это деяние. Это деяние Всевышним скрывается. Факульту ва кейфа ястиру алей. То есть каким... И передатчик говорит, что я его светлость, имам Садык, алейхиссалату вассалам, спросил, каким образом Всевышний скрывает это деяние? Каля юнсима кетаба алейхи мина дзунуб. То есть
заставляет забыть те деяния, которые были записаны двумя ангелами, так как мы знаем, что два ангела записывают деяния. И те деяния, которые являются ошибкой, он заставляет забыть. وَيُرْحِي إِلَى جَوَارِهِهِ اُكْتُمِ عَلَيْهِ دُنُوبَهُ и повелевает его органам, частям его тела, допустим, рукам, ногам, глазам, ушам и так далее, с помощью которых он совершал эти деяния, так как мы знаем, что в судный день эти органы, эти части тела будут свидетельствовать, согласно Священному Корану, против самого человека. Итак, после подобного покаяния Всевышний повелевает этим частям забыть то, что было совершено, забыть и скрыть эти деяния, и не напоминать в судный день об этих деяниях, и не свидетельствовать против этого человека, который совершал это деяние. وَيُوحِي إِلَى بِقَاءِ الْأَرْضِ اُكْتُمِ مَا كَانَ يَأْمَلُ عَلَيْكِ مِنَ الظُّنُوبِ и приказывает земле, тем участкам земли, на которых он совершал грехи, приказывает опять-таки скрывать те деяния, которые он совершал на этих участках. Это на самом деле, возможно, вы сейчас слушаете, думаете, ну как, это части, это неорганические, неодушевленные вещи, не обладающие жизнью, и также земля. Но это на самом деле большое заблуждение, потому что, да, обычно считается, что знание является различием между органическим и неорганическим, оживленным и неоживленным, оживленным предметом и неоживленным предметом, как бы знание. Но на самом деле это не отличие, потому что согласно исламскому учению, священному Корану и многим преданиям, то, что мы называем неоживленными, то, что мы говорим, те вещи, которые, согласно нашей точке зрения, не обладают жизнью, являются неорганическими, они на самом деле обладают знаниями. Например, камни, земля и так далее. То есть, согласно исламскому учению, они, да, можно их назвать неоживленными, неорганическими, с той оговоркой, если примем ту оговорку, что наличие знания не является отличием между органическими и неорганическими. И примем, что все обладает знаниями. Вода, камни, скалы, земля и так далее. Все это, все обладает, все сущее, все бытие обладает знаниями. Ну, конечно, знания у них-то разные, естественно, так как жизнь у них разная, бытие у них разное, то, соответственно, и знания у них разные. И это предание, одно из тех преданий, которое ясно свидетельствует о том, что неорганические также обладают знаниями, и знания не являются разницей между органическими и неорганическими. И поэтому все эти вещи, которые являются свидетелями наших деяний, если мы в этих деяниях не покаемся, они будут свидетельствовать. Даже земля будет свидетельствовать в судный день против нас и указывать на те грехи и ошибки, которые мы совершали в их присутствии, в их при них, то есть на них, рядом с ними и так далее. Или даже с помощью них, если речь идет о частях тела, человеческого тела. Итак, Всевышний таким образом скрывает, приказывает земле скрыть то, что было совершено на ней. فَيَلَقَ اللَّهُ حِينَ يَلَقَاهُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْحَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنَ الظُّنُوبِ. И когда он встретится с Богом, этот человек, покаявшийся, встретиться с Богом в судный день, не будет ничего вокруг него, вообще ничего не будет, что могло бы свидетельствовать против этого человека в его грехах. То есть не останется свидетелей, которые видели его грех. Не останется свидетелей его ошибок и деяний, его грехов. Именно в этом заключается магфира. Обратите внимание, магфира, то, что мы обычно переводим как прощение. Но магфира, как мы видим, не является просто прощением, а сопровождается всеми этими приказами и велениями Бога, которые были перечислены Его Светлостью имам Садыгом, алейхиссалату вассалам. То есть Бог скрывает это деяние, и не останется в судный день никого, кто бы мог свидетельствовать против человека. Уважаемый шейх Гурбан, мы должны прерваться на небольшую паузу. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на паузу, после которой продолжим.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله Уважаемые телезрители, мы прервались на небольшую паузу. Уважаемый шейх Гурбан, мы говорили, что такое на самом деле сокрытие грехов, что такое махавира. Да, но я здесь хочу обратить на очень важный момент, обратить внимание на очень важный момент. Дело в том, что то предание, которое перевел имам Садыг, и там сказано было «Тобата нусух», это предание касается обычных времен, обычного состояния человека. Не касается месяца Рамадана, обратите внимание. Почему? Потому что, когда речь идет о Рамадане, не говорится о тобе это нусух, а говорится о тобе вообще. Например, в разбираемой нами речи Его Святости Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в Шабанове проповеди, Его Святость говорит «тубу», не сказано «тубу тобе это нусуха». То есть не говорит «Покайтесь этим вот видом покаяния». Сказано «покайтесь перед Богом своих грехов». Поэтому и при этом сказано, что этот месяц является месяцем магфира, когда Бог скрывает деяния, ошибки, грехи человеческие, прощает и скрывает. Поэтому так понимается, что это предание, когда говорится, что Бог скрывает деяния человека, который вот этим покаянием, вот этим видом покаяния покаяться перед Богом, это касается обычного времени. Но при этом, если человек покаяться даже не этим видом покаяния, покаяться в своем грехе перед Богом, то, естественно, так как этот месяц является месяцем магфира, прощения и сокрытия грехов, то, естественно, Бог простит и скроет этот грех. Но, конечно же, если человек в будущем, даже после этого месяца, повторит этот грех, естественно, уже этого греха, уже повторенного деяния, повторенного греха и повторенной ошибки, это сокрытие, конечно же, не касается. Поэтому это все необходимо учитывать. Итак, Его Святость говорил: «Ватубу илаллахи мин дунубикум». Покайтесь перед Богом в своих грехах в этот месяц. «Варфау илейк». وَرْفَوْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ. И обращайтесь, возносите свои руки в молитвах к Богу в лучшие из времен. Что является лучшим из времен? Это те времена, когда вы совершаете ритуальную молитву. Например, читаете утреннюю молитву, дневную молитву, вечернюю молитву, ночную молитву. То есть, например, читайте одну из обязательных пятикратных молитв. Сказано в этой хутбе, в этой проповеди, что это лучшие из времен для того, чтобы совершать дуа, для того, чтобы обращаться ко Всевышнему. Когда человек закончил совершать ритуальную молитву и обращается к Богу, это самое лучшее время, когда он закончил свою молитву. Янзуру Аллаху Азза ва Джалла фи хаббир рахма. В эти времена, то есть когда человек совершает молитву, ритуальную молитву, в эти времена, ну, то, что мы называем намазом, я говорю ритуальную молитву, я имею в виду намаз, потому что молитва, она здесь в данном случае является амонимом, то есть имеет разное значение, может использоваться как значение дуа, так и значение намаза. То есть говорится, что совершайте молитвы, обращайтесь к Богу во время намаза. Угу. То, что мы называем намазом. Почему? Потому что Всевышний с милосердием обращает свой взор на своих рабов
в это время, то есть во время намаза. Во время намаза Всевышний обращает свой милосердный и милостивый взор на своих рабов. يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ يُجِيبُهِمْ إِذَا نَجَوْهُ. И отвечает на их молитвы, отвечает на их призывы, на их обращения, когда они обращаются к нему. То есть отвечает на их призывы, на их молитвы, когда они обращаются к нему именно во время намаза. Потому что в это время, как говорится в этой проповеди, Всевышний обращает на своих рабов взор милости и милосердия. Юджибухум ида наджауху, когда они в это время, во время намаза обращаются к нему, он отвечает на их призывы. Ваюлаббихим ида надауху, когда и отвечает, то есть юлаббихим означает, что Всевышний изъявляет готовность помочь им, изъявляет готовность ответить на их призывы. Конечно же, готовность Бога – это есть уже сам ответ, само разрешение, сама помощь. Когда они возносят руки ко Всевышнему во время намаза и просят Его о чем-либо, жалуются на что-либо, то Всевышний в это время незамедлительно отвечает им. То есть это лучшее время. Во время, время намаза, время ритуальной молитвы является лучшим временем. Несмотря на то, что мы говорили, что в этот месяц, весь месяц Рамазан, часы этого месяца, минуты этого месяца лучше других. Да, то есть здесь получается, что не только месяц лучше, но в этом месяце есть и определенные времена, которые обладают особым положением, опять-таки. Это времена молитв, времена обязательных молитв, времена ритуальных молитв, времена намазов. Когда человек совершает намаз. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَأَوُهُ. И отвечает на их просьбы, на их обращения. Ну, здесь и три предложения, которые на русском языке при переводе может показаться, что они являются одинаковыми, но между ними есть разница. Отвечает на молитвы, да, как я понимаю? Да, отвечает на молитвы, но здесь... В первом случае сказано, что на аджавуху, когда они общаются с Богом и делятся с Богом со своими проблемами. Во втором случае сказано, что когда они зовут Его, когда они зовут Его, например, зовут на помощь и так далее. В третьем случае сказано, когда они делают дуа, то есть молятся Ему. Просят. Просят Его, обращаются к Нему. То есть здесь три предложения, которые, конечно, может показаться, что они одинаковые, но имеют отличие. То есть сказано «Юджибухум ида наджавухум», то есть отвечает на них, когда они вызывают к нему, вызывают с болью, с болью. «Ваюлаббихим» и изъявляет готовность помочь им, когда они «ида наджавуху», когда они зовут Его, изъявляет готовность, когда они зовут Его, وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَأَوْهُ, и слышит их молитвы. То есть третье предложение можно так перевести. Отвечает, разрешает их проблемы, когда они во время намазов просят Его о чем-либо, обращаются к Нему с чем-либо. أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ أَنفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بِأَعْمَالِكُمْ. «О люди!» – продолжает его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «воистину ваши души являются заложниками ваших деяний». «Фафукуха би истигфарикум» – «так освобождайте же ваши души с помощью покаяния перед Богом». Требование «магфира». «Магфира» – что было? «Магфира» – это прощение с сокрытием этих ошибок и грехов. Истигфар – это требование магфира. То есть освобождайте свои души с помощью магфира, требования магфира. Требуйте у Бога, чтобы Он простил и скрыл ваши деяния.
وَزُحُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ. Ваши спины нагружены, то есть нагружены грехами. То есть вы совершили множество грехов. То есть вы несете груз грехов. Да, то есть на вас лежит груз ваших же грехов. Ну, опять-таки, здесь говоря «Аюханнас», о люди, его святость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, обращается к своим сподвижникам, обратите внимание. Потому что к своим сахабам, к своим сподвижникам. И то, что здесь его святость говорит, что ваши спины нагружены вашими грехами, это говорит о том, что, конечно же, эти люди, то есть сподвижники его святости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не были и не могли быть безгрешными. Даже более того, многие из них были в свое время многобожниками. И даже более того, совершали, когда они были многобожниками, совершали множество ужасных поступков, деяний. И при жизни пророка даже, когда они были уже в исламе. Ну, конечно же, потому что это были обычные люди, и как все обычные люди, они совершали ошибки, грехи и так далее. То есть они не были какими-то непорочными, не были пророками. То есть то, что они находились рядом с пророком, это не делало их непорочными? Конечно же, то, что они были сподвижниками, то, что они помогали пророку, возможно, даже в распространении ислама, это не значит, что они были безгрешными и полностью освобожденными от ошибок и грехов людей. И говоря «Зухурукум саqilatun min awzarikum», его свет указывает именно на это. Многие из них были многобожниками и при этом совершали множество грехов. И это как раз-таки идет в противоречие с тем убеждением, которое имеется у многих мусульман, которые считают, что у большинства мусульман даже, у большей части мусульман, считается, к сожалению, что сподвижники и окружение его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они были безгрешными. Ну, конечно же, они не говорят, что они были безгрешными. Вся загвоздка в этом и заключается, что они не считают их безгрешными. Говорят, нет, они были такими же обычными людьми, но и могли совершить ошибки, но на практике они считают их безгрешными. Почему? Потому что если вы скажете, что такой-то сподвижник говорил те или иные слова или совершал те или иные деяния, то это станет для них эталоном. Для большинства мусульман это станет эталоном. Так почему же это эталон? Разве они были безгрешными? Разве они не могли совершить ошибку и так далее? Но здесь, конечно же, есть упущение. Хотя это же большинство точно так же относится к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Считается, что согласно их точке зрения, считается, что его светлость также мог совершать ошибки. Мог совершить грехи и ошибки. Но здесь, конечно же, это убеждение, конечно же, является абсолютно абсурдным. Если этот человек был грешником, мог совершать грехи и так далее, то как же Бог назначил его эталоном, примером для подражания для нас? И даже более того, в Священном Коране назвал его «усватун хасана», назвал его прекрасным примером для подражания. Как грешник, человек, который может совершить грехи и ошибки, может быть прекрасным примером для подражания. Поэтому, конечно же, нужно обратить внимание, то, что большинство мусульман берет их деяния, слова эталоном и подражает им, это подразумевает под собой то, что эти люди, то есть сподвижники, являются безгрешными. А на самом деле они не были безгрешными. Более того, многие из них очень долгое время даже были многобожниками и совершали убийства, и даже убийства детей малолетних и так далее. Поэтому здесь, конечно же, нужно быть внимательными. Эталоном может быть только деяния и поступки, и слова непорочного. А все остальные люди уже должны быть подвергнуты критике, рассмотрению, анализу и так далее. Безоговорочно их деяния и поступки приняты быть не могут. Это нужно обращать внимание. Уважаемый шейх Курбан, я считаю, на эту тему можно привести множество доводов, но, к сожалению, наша передача подошла к концу. Я должен с вами попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, иншаллах, эта тема была очень полезна для вас, но на этом мы вынуждены с вами попрощаться, так как наша передача подошла к концу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
حسنات.